Мы находимся на выставке Household Experts, говорим с нашими гостями. Эксперт у нас в кадре. Алексей, расскажите, чем занимается ваша компания, чем вы полезны рынку и что собираетесь в 2019 году представить, чем удивлять? Да, мы собираем информацию по рынку, по количественным исследованиям, каких брендов было продано, в каких количествах, почему, а также анализируем поведение потребителя, да, то есть что им двигало, зачем он это сделал, почему он это купил и что для него очень важно. Вот. Ну и, собственно, на конференции я выступал докладчиком, рассказали, объяснили, что было важно для потребителя и кто из брендов как смог вырасти на рынке. Вы собираете только аналитическую информацию, которая прошла, или вы какие-то прогнозы делаете по рынку? В большей степени мы собираем информацию по реальным продажам, те, которые были проведены через кассу, и, соответственно, это фактические продажи. Вот. Но обычно из этого видно, что происходит на рынке, и можно строить определенные предположения, как рынок будет развиваться дальше. Вот. Да, ну и, собственно, для брендов есть возможность увидеть свои слабые места и, наоборот, увидеть точки роста, за счет чего они могут вырасти и почему. С вертолетного вида, так называемого, дайте какой-то прогноз или предположение, что будет с рынком в 2019 году, куда он будет двигаться, меняться, что какие-то особенности у него появятся. Ну, в целом мы прогнозируем, что у потребителя вырастет реальный доход. Вот, в целом мы надеемся, что продажи будут продолжать идти вверх, и потребитель будет чувствовать себя уверенно, потому что в целом есть все условия для этого. Да? То есть это и дешевые частные марки, и дешевые безбрендовые модели, и в то же время сами по себе бренды, крупные бренды, они делают определенную аналитику, исследования, и за счет этого они тоже ищут точки роста и угождают потребителю в цене и в качестве. Вот такие эксперты на выставке Household Expo на деловой программе. Не переключайтесь, скоро включение с новыми экспертами.